Ассаламу алейкум. Я Мингишев Умар Рашидович. 1977 года рождения, 17 января. Три дня назад, 9 число, получился у меня пожар. На этом пожаре сгорела заживо моя дочка. Мне сообщили, я не успел доехать. Дочка умерла там, заживо сгорела. И двое сыновья тоже сгорели. Вот такое положение у меня, дорогие друзья. Ради Аллаха, кто чем может, помогите, пожалуйста.